Всем привет! Сегодня я приготовлю очередную вкусняшку. Шоколадный чурос со вкусом Орео. Что мне для этого понадобится? Для заварного теста вода, мука двух видов, белая и грубого помола, разрыхлитель, сливочное масло, яйца, какао-порошок, крахмал, щепотка соли и ванильный сахар. И поливать чурос мы будем белым кремом, который будет состоять из молока и белого шоколада. В кастрюльку выливаем воду. Добавляем сливочное масло и ставим на огонь. В большой чаше смешиваем все сухие ингредиенты. Муку просеиваем через сито. Сюда же добавляем какао, разрыхлитель, крахмал. Всыпаем сахар, сахар у нас ванильный, и щепотку соли. Хорошо перемешиваем. Тем временем в кастрюльке у нас вода нагревается. Вода закипела, масло полностью растворилось, всыпаем сухую смесь. Очень быстро все хорошо перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Тесто перекладываем обратно в глубокую тарелку. Вбиваем одно яйцо и тщательно перемешиваем с помощью миксера. Насадка для теста. Добавляем второе яйцо и снова перемешиваем. Тесто получается немного гуще, чем на обычный чурос. Белый чурос более жидкое тесто, здесь более густое. Готовое тесто перекладываем в кондитерский пакет. В кастрюльку наливаем растительное рафинированное масло. Разогреваем до 180 градусов. Все, масло готово, можно обжаривать тесто. Чурос обжариваем по 2 минутки с каждой стороны. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы тесто внутри хорошо пропеклось. Обжариваем на среднем огне. Вот такой чурос внутри у вас должен получиться. Готовим крем для чурос. Ставим на огонь кастрюльку, наливаем молоко. Разогреваем, чтобы оно было горячее. В горячее молоко опускаем шоколад. Размешиваем, чтобы шоколад полностью растаял. Все, шоколад полностью растворился. Теперь можно перелить маленькую чашечку. В общей сложности из этого количества продуктов у меня получилось 2 тарелки, и последняя партия жарится в масле. И осталось попробовать, что у меня получилось. Так как тесто совсем без сахара, чурос не сладкие, обязательно нужно обмакивать в белый крем. Все-таки, как я люблю заварное тесто, и в испанском варианте жареное в масле. Конечно, для фигуры это не совсем хорошо. Также очень люблю в духовке наши заварные пирожные. Это безумно вкусно. Шоколадный чурос с белым шоколадом на самом деле напоминает вкус Орео шоколадных печенек с белой кремовой прослойкой. Попробуйте приготовить эту вкусняшку своим деткам. А я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Всем пока!